Всем привет, кто на нашем канале смотрит нас. Привет. Мы вот идем на море. Сегодня 10 августа. И вот у нас по пути. Как яблоки у нас срывает инжир. Сейчас еще сорвем вам. А, еще? Да, поспел. Ой, боже, чихнула. Да ладно, еще грохнешься. Ну, один хватит. Чего ты? Две штуки. Да. Вот он, ворованный инжир. Ну, он даже не ворованный, он просто ничейный. Ничейный сорняк. Вкусно? Да. Класс. Так. Нам любишь, это хозяйкин муж. Мы попросили у них зонтик, и он нам привез аж 3 зонтика. Я сегодня солнце даже смотреть не могу, очки забыла. Ой, теперь глазам больно смотреть, такое яркое солнце. И вы знаете, под зонтиком реально круто сидеть в тенечке, в тени, ну, заметно не жарко. Ну и не так хотя бы сгоришь. Все вот так вот. Мы сегодня под зонтиком. Но когда порывы ветра, я его так, знаете, придерживаю. Вот сзади люди, и я сейчас зонтиком поубиваю. Так, мы балдеем под зонтиком. И у нас новый лайфхак, как мы сушим свои тапки. Нам уже скоро домой. Уже 12 часов. И вот так серый налаживает горячие камни. Накрывает горячими камнями. И вуаля, они там закипают. Наверное, там можно яичницу зарить, да, Серый? Да. Можно чай варить. Можно чай варить. Короче, вот так вот там 10 минут и все сухое. Так, нам понравились. Мы перед этим брали вот такие пончики. 3 евро. 10 пончиков. Серый рады. Он его ждал, этого пончика. Ну, давай, Серый, пробуй. Это очень вкусно, да? Так, мы скупились. Сейчас будет распаковка. Смотрите, какой у нас пакет. АТП. Класс. Ты меня узнаешь по любе, я буду с пакетом АТП. Так, у нас снова распаковочка. Завтра воскресенье. Магазины не работают, и мы хорошо скупились. Давай, Серый. Давай. Начинаешь огурец. Огурец. Раз. Давай дальше. Дальше какая-то помазюка. Какая-то помазюка. Не знаю, попробуем. Так. Морковка. Морковка на суп. Так. Это нам на подарок. Алкоголь. Там у меня знакомая собирает. Так. Ананасы. Ананасы тоже берем, вот эти сыпучие, на подарки. Еще ананасы. Сыпучки. Это юппи. Юппи. Так, колбаска. Колбасейшн серому на завтрак. То-то. Печенейшн серому на завтрак. Сыр огромный. Взяла себе сыр какой-то. Козвар. Ну, козий, я так поняла, сыр. 27-79 килограмм, ну вот это на евро, ну думаю попробую.
новый продукт. Как хлопья Кит-Кат. Хлопья Кит-Кат. Дальше. Какая-то курица. Ну, курочку мы взяли. Вот это вот два бедра на 2,33 евро. Получается килограмм 4,39. Ну, тоже супчик сварю серому. Пожарю. Серому кетчуп, потому что он любит кетчуп с макарошками, со всякими. Нутелка. Нутелла. Серому на завтрак. Серый, тянулся на завтрак. Давай, все. Сок серому. Взяла себе вино. Какое-то вино. Ну, сказала продавщица хорошее. Говорит, доброе вино. Я стояла долго выбирала. 3, там с чем-то оно, 3,75, кажется. Там какие-то печеньки. Печенечки. Молоко. Молоко. Милк. Хлеб. Хлеб. Грушеный яд. Ну, давай делай так, чтобы оно не высыпалось. Окей. Как-то бери его. Груши. Картофель. Картоплян. Этот. Челик. Ну, это там овощи замороженные, я такое люблю. Это акция была. Такой сыр. Вообще акций в магазине очень мало. Практически нет. Савенир челик. Ну и перчик там, на салатик, суп. И два чека. Так, да, у нас два чека, потому что покупали в двух магазинах. Это все. Это получается. Не, это твое. Да, это мой чек. Короче. Ой, а блин, где тот чек? Сейчас, секунду. Вот он. Нет. Так, нашли чек, он был у меня в сумке. 7 плюс 36, напишите в комментариях. 36,46 первый чек. И 7,03. И второй чек, это 7,03. Вот это все на эту сумму. Вот так. Это 1500 гривен. Ну и серого ужин. Его не буду снимать, он сидит в одних шортах. Ютуб банит. Супчик я сварила. И вот так по мазюкам мы купили, что... И вот так вот огурчик. И я доедаю арбузик.